А теперь мне остается только остановиться и спросить, есть ли у вас вопросы. Потому что здесь мы говорили о важнейшей проблеме толкования. Я хочу, чтобы вы четко поняли, что я сказал, почему я сказал. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста. И да, текст нужно читать в прямом смысле. Сам Господь говорит о том, что это мятеж. Они восстают против меня. И надо серьезно относиться к тому, что говорит Бог, что говорит Самуил, что говорит текст. Это мятеж, это возмущение. Тогда нужно спросить, а в чем состоит это возмущение? И вот тогда мы начинаем разбираться в ситуации. И Саул действительно царь, как у всех прочих наций. Он высокий, и да, там вся вот эта дальнейшая история умножения жен, умножения лошадей, всего этого в Сауле нет, оно будет уже потом. Хотя, собственно, у Саула кое-что такое начинается. И умножение жен, и умножение богатства, и слова о том, что он хочет, чтобы израильтянин оставались с ним. 13 глава, он теряет свою армию. Он говорит, я хочу умножать лошадей, я хочу большую военную силу. Боже, а ты все это забираешь от меня. Мы видим, что сердце Саула эгоистично, вместо того, чтобы искать славу Божию. Саул — блестящий пример этого. Давид — человек, раздираемый противоречиями. Человек, который хочет действовать по Божьему пути, но оказывается в плену человеческих страстей. Так вот, когда он делает так, как хочет Бог, он прав. Когда поступает по-своему, он глубоко не прав. И текст это очень и очень четко показывает. Бывали моменты, когда и сам Давид это не делал так, как хочет Бог. Вопросы? Ну вот, если вспомнить о том, что израильтяне не передавали Слово Божие от поколения к поколению. Значит, предыдущее поколение могло и не передать требований к царю. Может быть, израильтяне просто не знали, как выбирать царя? Замечательный вопрос. Но в тексте нет ответа на этот вопрос. Очевидно, Самуил принес Слово Божие Израилю. При этом Слово Божие дошло до израильтян. Первое царств, 3 глава, 1 царств, 7 глава. Интересно, что сам текст не отвечает на этот вопрос. Но вот эта слабость Самуила в том, что он даже не смог своих сыновей наставить путем Божьим, повести путем Божьим. Они становятся людьми недостойными, людьми скверными. Этот факт напоминает нам о том, что вот ситуация очень-очень ограничена. Кстати, само судейство Самуила ограничено. Он не выходит на весь Израиль. Он и сам уходит, он сам становится как бы судьей для одного племени, для одного колена. Текст... Но тут на самом деле можно разбирать только то, что в тексте есть. А текст не дает ответа на этот вопрос. Может быть, Самуил научил это поколение, и оно должно было знать, и тогда оно восстает против того, что знает. Или это поколение, как сыновья Самуила, и Самуил их не научил, и им просто не была передана информация, им не передали Божие Слово, Тору. Интересно, что, как я уже сказал, этот мятеж очень похож на мятеж третьего поколения в книге Судей, 2 глава.
когда они уходили к другим богам. Это активное противостояние Богу. Это идолослужение предыдущего поколения. Так что я думаю, что можно и в ту, и в другую сторону здесь посмотреть. Я понимаю, почему комментаторы не занимают одну из этих двух позиций, потому что, да, в тексте понятно, что это прямой мятеж, потому что это уподобляется мятежу в пустыне, в Исходе, 32 глава. Но тогда вопрос. Вы знаете, чего Бог требует, и вы отказываетесь слушаться, вы отказываетесь отвечать? Или, поскольку Слово Божие не передавали, вы непослушны, потому что вы не знаете Тору? В конце концов, ответ здесь даже не важен. Главное, что вы хотите царя, но не такого царя, как должен быть согласно Торе. Вы решили добиваться верного желания неверным путем. Вот вы ослушались Тору, и в этом есть проблема. Не в том даже, научили их этому или нет. Но тут можно и так посмотреть. Вот отзвуки, да, отзвуки того, что мы видим, я думаю, в ту и в другую сторону можно здесь рассудить. Возможно, предыдущее поколение не выполнило свою задачу, но, может быть, они передали все-таки достаточно Торы, и люди достаточно знали. Тогда это, конечно, их провал. Это противление Торе, как у предыдущих поколений израильтян. И по этой причине Бог дает им Саула, ну, про Саула еще будем говорить, и Бог с Саулом еще будет разбираться, и с Израилем он будет разбираться, как с мятежниками. Это опять-таки как мятеж в пустыне, как мятеж в период судей. Еще вопросы? Да, вот есть рука, вижу. Я хочу вернуться к Саулу. Как ответить людям, которые говорят, что история Саула подтверждает, что можно потерять спасение? Послушайте, потерять спасение. Знаете, человек, который считает, что избрание Саула царем Израиля и спасительное действие Божие в Новом Завете, спасение, если вы считаете, что это одно и то же, то вы жестоко ошибаетесь. На будущей неделе мы об этом будем говорить в связи с служением Святого Духа. Я не считаю, что это было возрождение и спасение. Саул — это Божий выбор, но это Божий выбор — это суд для Израиля. Вы хотите царя, как другие народы? Вот вам царь, как у других народов. Он выглядит как царь, он будет вести себя как царь. И, в конце концов, вы будете в шоке от того, что он стал вашим царем. Кстати, сам Давид был в отчаянии. Он жил в постоянном шоке. 12 или 15 лет он жил под авторитетом этого царя, пока Бог сам не забрал Саула. Если вы считаете, что это обновление, возрождение, спасение, то тогда... Да, конечно, возникает проблема. Но я думаю, что это совсем не одно и то же. Просто Бог избрал Саула и поставил его на определенное место, на определенную позицию, а не к спасению. Так что нельзя неправильно использовать это для того, чтобы сказать, что ну, вот Бог может избрать, а потом отказаться от избрания. Я, кстати, видел другой взгляд. Говорят, ну, смотрите, Бог избрал Саула, но Саул... подвел Бога, и, значит, вот можно потерять спасение. Я думаю, однако, что это немножко разные вещи. Кто-то даже скажет по-другому, что Саул
принимает на себя испытания и наказания в этой жизни для того, чтобы он получил спасение в конечном счете. Я считаю, что в принципе нельзя проводить параллели между избранием Саула и избранием или спасением верующих людей. Тут я не знаю, спасен он или не спасен, потому что текст не об этом. Вот так бы я ответил людям, которые говорят, можно ли провести аналогию между Божьим избранием Саула на царство и Божьим избранием верующих к спасению. Я бы сказал нет. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.